На аресте обвиняемого настаивали прокурор и следователь. По их мнению, находясь на свободе, гражданин может скрыться или препятствовать расследованию. Суд постановил заключить подследственного под стражу до 23 сентября. В законную силу постановление еще не вступило. Напомню, на днях нижегородские полицейские задержали 28-летнего мужчину, который, по предварительной версии, в ночь с 22 на 23 июля ударом кирпича по голове убил журналиста регионального телеканала, после чего скрылся с места преступления. Тело Дениса Суворова обнаружили в районе Казанской набережной. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. Как стало известно следствию, погибший Денис Суворов и обвиняемый были знакомы. Полицейские полагают, что убийство не связано с профессиональной деятельностью журналиста.